Привет всем, вы на канале Panda Play. Мы продолжаем играть в интернет-кафе-симулятор. И сегодня мы, наверное, как всегда сделаем следующее. Накупим много-много-много разных автоматов. Ну как разных, как всегда мы не разных накупим. Вот сюда вот еще один поставим, вот такой. И вот тут еще стену поставлю, наверное. Стену, наверное, поставлю, знаешь, вот два, наверное, автомата вот таких поставлю с машинкой. И два автомата, наверное, вот сюда-сюда вот поставлю, неоновых таких. Включаем компьютер, открываем кафе. Там террорист. Ничего хорошего не приносит. Ну-ка, до свидания. Нужно его устранить. Постоянно выделяется вот этот игровой автомат. Он мне не нравится. Так, что мы делаем? Открываем кафе. Покупаем. Сейчас два автомата сразу куплю. Два автомата с машинкой. С машинкой. Андрей. Все для тебя. Бьем собаку. Извини, пожалуйста, пес. Сейчас я до тебя доберусь. Никак. Нет, ни в коем случае. Собак бить нельзя, видишь, Андрей. Даже игра тебе об этом говорит. Вот воров можно бить. Кошек тоже нельзя бить. Никого бить нельзя, кроме воров и женщин в этой игре. Ну и террористов тоже. Блин, что за выделение автоматов этих? Они мне не нужны. Я не хочу их выделять. Так, что по температуре? Тепло. Жара. Очень жарко. А здесь что? Тоже тепло. Ух, здесь еще жарче. А что, она не греется у нас с тобой? Нет, смотри, не греется. И так все хорошо, говорит. Так, а здесь что? Тоже 28. 120 пришло. 120 пришло. Я как понял, мне сказали, что нахрен тебе перила эти не нужны. Поставь вот сюда вот игровой автомат. Типа стол здесь ни к чему, а вот тыры-пыры, 8 дыры. Так-то надо поставить вот сюда игровой автомат. Хорошо, я поставлю сюда игровой автомат. Но я в принципе не вижу смысла и в компьютерах, потому что толку от них никакого нет. Как ты мне сказал, что нужно на первом этаже ставить компьютеры, на втором этаже нужно ставить автоматы игровые. Типа ты не будешь видеть, кто оплатил, кто не оплатил. Да мне оно и не надо видеть, кто оплатил, кто не оплатил. Я найму охранника, и все будут платить. Как бы вопрос-то в чем? У меня проблема немножко в другом. Я не вижу смысла, в принципе, покупать компьютеры. Они не приносят прибыли от слова совсем. Но автоматов я сейчас накуплю. Автоматы — это наше с тобой основное место для этого, для сбора денег. Разнообразить перечень этих автоматов я не хочу, потому что смысла от четырехзвездочных я не вижу, ввиду их меньшей прибыли. Вот. И поэтому давай-ка я куплю с машинкой. Раз, два. Покупаю, оплачиваю, и красота. Теперь вор. Вор пришел. А куда он пришел-то? Это не вор был, это пьяный мастер. Это был пьяный мастер, и он мне ничего не сделал плохого. Коробка для подсказок пустая, очень жаль. Очень жаль. Очень-очень-очень жаль. Так, это играется. Хорошо. Так, туалет у меня пока еще не совсем засратый. Да я бы сказал, он вообще не тронутый. Так. Угу. Это на второй этаж поехал. Что у нас с тобой есть по расширениям, по покупкам для самого кафе? Для самого кафе у нас с тобой есть... Давай-ка на весь экран посмотрим. Краска для стен, этажи, короче, краски, потолки. Мне ничего не нужно, это все. Мне нужно... Так, здесь все куплено. Здесь куплено не все, но она мне как бы... Это не нужно. Давай холодильник куплю. Давай купим с тобой тостер. И давай... Все, и давай все обновить. Обновить нечего, предметы все почти куплены. Раскраска как бы пока мне не интересует, да и она меня не будет интересовать, хотя бы из-за того, что... Здрасте, приехали. А ничего, что лампочка у вас в холодильнике хранится, нет? Все хорошо. Мне не нужна будет раскраска, я уже покрасил все. Тот цвет, который я хотел. Это самый такой, знаешь, интересный цвет, который смотрится неплохо и одновременно с этим достаточно стильно.
Поэтому да. Так что вот так вот. Мы сейчас накупим просто всего вот этого вот, и можно будет просто всю стену майнерами обложить. А так, в принципе, здесь игра-то заканчивается на этом. Здесь делать больше будет просто нечего. Так, ну тут жопами тереться, конечно, не очень удобно. Давай начнем вот с края стены. Вот с этого края. Вот с этого вот краешку. Вот так. Нет, это говно получается. Вот, вот как-то так. Наискосок один хрен, да? Погоди, тут товарищ играл. Играл товарищ, своровал у меня деньги, да? Своровал у меня деньги. А куда он ушел? А нет, он не своровал у меня деньги, потому что если бы он своровал деньги, у меня бы сработала сигнализация. То есть он, возможно, оплатил картой. Возможно. А может быть, вообще не оплатил. Но это уже другая история. Безграничный доступ к компьютеру у меня попросил человечек. Человечек попросил безграничный доступ к компьютеру. И все. Ставлю еще один автомат рядышком. Турум, заказ какой-то хочет. Тихо, там террорюга. Я его сейчас ударю. Нечего здесь ходить. Че он хочет? Он хочет... бублс какие-то, синие пузыри. Синие пузыри. Это у нас с тобой 9... А каким образом тут 19 оказалось, если здесь вот 15, а потом 17? Ладно, хрен с ним. 19 так 19. 1, 9, bubbles, правильно. Bubbles. Bubbles будет правильно читаться. Но мы с тобой англичане, поэтому bubbles. Bubbles. Так, на, возьми, ну, в конце концов. Блин, надо было... А, если смогу, то заскриню, и будет на превьюшке этот смайлик. А может быть и не будет. Я могу просто забыть и все. На какой минуте? На 7-й. Нищий, кстати, ничего мне больше не говорит. Видимо, я исчерпал его интересы в плане каких-то там своеобразных заданий. И он больше мне не может ничего предложить. Так, а что это я... Ну, вот... Так, вот так. Хорошо, хорошо. Немножко больше выпирает, чем вот этот автомат. Ну а что я могу сделать? Ничего не могу, ничего не могу сделать. А, сколько у меня очков? 137. Кафе. Мне нужно, чтобы ко мне больше приходило людей. А, приветствует приятным разговором. И иногда в казино у вас есть возможность вернуть проигранную ставку. Мне это не надо, потому что у меня и так все хорошо. 2500. Давай попробуем заняться компьютерами. Хотя у меня еще двух автоматов не хватает. Пахнет грязно, блядь, пахнет грязно. Нужно это. А нужно вот что, нужно зайти в людей и нанять сотрудника. Очаровывает покупателей. Заказов у меня пока нет. Клинер есть, кошмар воров, неплательщиков. Отличные блюда на кухне готовит. Так, это, конечно, все очень здорово, но по факту у меня больше ничего нет. По факту у меня смысла нет покупать пока, нанимать эту женщину, которая заказы бы... Да убери ты. Которая заказы бы выполняла из-за того, что... Из-за того, что у меня нет компьютеров, соответственно, заказов у меня также мало. И, наверное, нужно все-таки компьютерами начать заниматься. Так, у тебя ничего больше нет? У тебя больше ничего нет. А я бы сделал VR-комнату на самом деле. VR-комната была бы круто. Было бы круто. Но. Здесь особо не наэкономишься, знаешь. Я думаю, что смысла пока нет. Точнее, не пока, а просто смысла нет покупать у джабера, так скажем. Воришка, блядь, ты хоть не палился. Нет смысла пока покупать на черном рынке, так скажем, если есть возможность купить просто. Просто сразу кучкой в Замазоре. Ну, в связи с тем, что элементарно, знаешь, ты не выгадаешь особо ни хрена, там $200-300, но будешь там бегать, руками все носить, ну и нафиг. А я что бегал-то? Я к этому товарищу-то бегал за освежителем. Че, дурак, что ли? Я же за освежителем побежал.
Представляешь, я забыл. Котятки бегают, все здорово. Как много здесь котов. А, давай мы возьмем 3 штучки. 3 штучки возьму и пойду к себе. Буду разбрызгивать. Что-то там прям так фризит в самом магазине. Слушай, да я... Тихо. Не надо. Не трогай. Да... Что вы меня все толкаете-то? Нужно, чтобы пахло вкусно, нужно, чтобы чисто было, нужно, чтобы тепло было, чтобы все красиво, все мощно, чтобы все светилось, сверкало, пердело. Я не понимаю таких людей. Ну, типа, я что тебе здесь? Прачка-кухарка, что ли? Да принеси свой освежитель, да побрызгай. Так, холодильник пустой. Как жаль. А, кофеек зато не пустой. Зато у меня есть кофеек. Полки есть, ничего в полках нет. Склянки-банки, которые не берутся. Чего? Так, террорист. Пошел вон. В принципе. Так, тот наигрался и ушел. Да все, походу, либо картой платят, либо просто я их выпускаю отсюда. А мне где охрана-то? Вот она, охранная сигнализация. Может, она не всегда срабатывает, может, она еще что-то... Как-то странно все это работает. Ладно, хрен бы с ним. Я думаю, просто я пока еще не сильно проигрываю в связи с тем, что у меня очень-очень много автоматов и мало компьютеров. То есть я всю прибыль получаю с автоматов. Давай покупать компьютер. Давай 4-звездочный купим. 2 таких. Получается 2600. Остается еще что-то около того. Соответственно, монитор. Монитор тоже 4-звездочный, пусть будет. 1100, 1100. Да, 1100, 1100. Раз, два. И давай-ка мы с тобой как раз это все и оплатим. 2 монитора, 2 компьютерные кейса. И теперь есть монитор, есть пекарня. Теперь мышки. Тоже 4-звездочные должны обязательно быть. Хотя, я думаю, да, наверное, вот 2 вот такие. Куплю мауспад, я куплю... Ну, давай какие-нибудь, не знаю, развеселые. Блять, что случилось-то? Там сейчас небось, вообще во все стороны разлетелось все, нет? Слава тебе, Господи, застрял в лестнице, дурак. Ух, блядь, пересрал, ты представляешь? Просто, блин, этот террорист. Ума-то нет, только автомат подвинул. Ой, лампочка упала. Лампочка-то зачем тут висит до сих пор? Пусть в другом месте повисит. Опа. Благо, эта лампочка не сдвинулась, все хорошо. Нет, слушай, все сдвинулось. А нет, не особо и сдвинулось. Я, в принципе, так почти и ставил. Да хрен бы с ним, чуть-чуть криво, но ничего страшного. А, вешаем. Угу, угу. Близко. И здесь вот моя лампочка еще одна висит. Вот тут. Ну, чтобы посветлее якобы было, я не знаю, кому тут темно. Мне не темно. Такая это работает или это просто по приколу она висит здесь? Стоит, точнее. А чё они не светятся-то, я не пойму. Им какое-то приглашение, что ли, нужно... Блять, подожди-ка, я не особо понимаю, в чем прикол. Ой. Это нормально вообще, нет? Мне кажется, что нет. Слушай, вот тут они светятся. Во. Здравствуйте, приехали. И тут они светятся. Просто как-то это все подзависло и получилось, что не светилось. Ну и ладно. Нам с тобой это не особо важно сейчас. Там приехал верблюд. Мы с тобой это все делали. Так вот, сюда приносим. До свидания. Не приходите к нам больше. Смотри, светится. Светится. Красиво, разноцветно.
Так, бегун, беги, беги мимо. Не воруй меня ничего. Хорошая штука эти игровые автоматы. Деньжищ приносят только так. А компьютеры будут стоять у нас с тобой наверху. Надо было их положить в карманы, но... Ну, тупанул я, ничего страшного. Бежим. Ой, тихо. Тихо. Блин, неудобно эти взаимодействия здесь реализованы. Прям очень сильно неудобно. Сейчас я пока побегаю. У меня как раз накопятся деньжатки. Я смогу накупить мышки уже как раз. Клавиатуры, кресла, столы. То есть осталось кресло, стул, два кресла, два стола. Да, два кресла, два стола, две мышки, две клавиатуры и две этих. Две подставки под мышку, короче. Да. Будет два компьютера, возможно, у меня будут посетители приходить. Я тогда найму сразу и охранника, сразу найму женщину, которая обслуживает клиентов, сразу найму повара, возможно. Хотя нет, повар нахрен он не нужен. Хотя, может, и нужен. Так, воришка. А воришка? Ты здесь вообще кто? Ты не местный, я тебя знаю. Все тут ходят, притворяются, а потом вещи пропадают и деньги. А это мне не нужно так. Мне так не нужно. Никому так не нужно. Так, пятизвездочные. Давай с космосом вот такие за соточку. Мышки, получается, я положил. Коврик положил. Клавиатуру. Четыре звезды. Обязательно, четыре звезды. Ну или больше. Тут, получается, можно, наверное, и пятизвездочный покупать, потому что смысла особого не вижу в этом. То есть 900 и 1100, там $200 разница, ну и хрен бы с ними, давай две. Стул, два стула. Ну да, здесь есть выгода какая-то. Вот за косарь, например, 4 звезды. Беленький, вот такие. Вот такой беленький один, а другой вот такой желтенький. И столы. Сами столы непосредственно. Так, интеллектуальное сканирование завершено, это хорошо. У меня теперь вирусов точно нет. Так, столы. Требования 4 звезды. Это консольные столы, мне нужен. Хотя здесь-то, в принципе, можно, наверное, и не экономить. Хотя вот, смотри. А у меня, наверное, такой стоит наверху, да? Наверное, да. Давай вот такой куплю. Вот такой куплю и куплю, наверное, вот какой-нибудь эдак вот... Какой? Этот 800 стоит. А мне можно купить, наверное, еще вот за 720. Вот такой. И почем там 7316. Вот у нас с тобой цель сегодня заработать. Еще $5000. Есть вариант, конечно, сгонять в казиношку и попробовать свои силы там, но я думаю, что это как-то не особо хороший вариант. Лучше сгонять сейчас, вот купить, точнее продать вот эту штуку. Ну да, пойдем продадим, потому что мне это не нужно. Так, пьянчуга гоняет, за порядками следит, люди отжимаются. Что-то народу здесь миллион, по-моему, так раньше не было. Так, мне нужно продать вот это. Продать вот это. И все. Так, а я за сколько у него продаю? А я ни за сколько у него не покупаю. Давай купим огнетушитель. Да пусть будет. Он всегда пригодится. Мало ли что загорится, и все. И как быть? И никак не быть. Будешь потом думать, как потушить. С учетом того, что... А, даже решил не показывать шкалу заполненности. И просто-напросто пшикай-пшикай. А потом окажется, что он пустой. Тихо, нет, не то нажал. А что за мышка-то? Мышка-то хорошая. Хотя не прям, не. Она мне не особо нужна. Так, а вот... Как бы выкинуть вот... Нельзя. Я просто стул бы сразу сгонял, продал, да и все.
Музыка здесь очень интересная. Спокойно играет музыка. Знаешь, 50 копеек до мои, все-таки мешаться хотя бы не будет. Еще стул потом продать нужно будет. Сейчас я не пойду продавать стул. Хотя бы потому, что просто стул, ну стул, он хрен бы с ним стоит и стоит. Никому там не мешает. Ну почти, я его под лестницу вообще сейчас поставлю, он туда, он. Ну что такое-то? Поставь. О, молодец. А, битки у меня там, кстати, еще и майнятся. Надо посмотреть, что там по биткам. Назад. Крипта. Сколько у меня крипты намайнилось сейчас? Портфолио. 0.08. То есть это... это 1/10. Это на 3000 долларов. Это мало. Хотя... Хотя, на самом деле это много. Но тогда будет 0.01, тогда и поговорим. Пока еще рано. А, не, какая десятая-то? Это 0.1, это десятая часть. А это 0.01, это 1/100, это на 390 долларов, что ли, накопилось? Я что-то не пойму. Да не, что-то мне как-то многовато прилетело. А есть у меня... Как ее называют? Кошелек мой, чтобы я посмотрел. И приходы, расходы. Мыло вот у меня есть. Зачем мне здесь мыло, я вообще не понимаю. То есть здесь никто же не пишет ничего. Варсрай коин у меня есть. Я даже обменять ничего не могу, потому что это офигеть какие бесценные вещи. Обратно нельзя даже, понимаешь? Если бы в обратную сторону можно было бы закинуть, я бы закинул. Я бы там накупил всего и играл бы, сидел. А здесь так не работает, задонатить нельзя. Добро пожаловать в мир взлома. Так, ну это читы, это я понимаю. Или не читы, но я пока еще не знаю, как это работает. Скин кейс. А зачем? Простите, пожалуйста. Я понял. А что дальше делать? Типа все, я просрал момент, да? А можно продать? Скин кейсе в этом можно было бы продать? Что делать с этим совсем? Я назад нажимаю, он выходит. Очень сложно. Ладно. Я уже в таком не разбираюсь. Смотрим, что у нас там по ценам, по сумме и оплачиваем. Сейчас соберу компьютер. Два компьютера будет у меня готовых. Смогу спокойно принимать посетителей. Эти посетители смогут спокойно у меня покупать времечко за компьютером. И я смогу получать с них прибыль. Бородатая женщина, вас до сих пор не видно. Хотя вот так, в принципе, можно тебя заскринить, и факт можно показать, круто. Ух, едите его колотить, 10 предметов там. Знаешь, что я еще хочу сделать? Во-первых, побрызгать, а во-вторых, сейчас ходить за большим рюкзаком. Сколько там стоил? За 1000, да? Или за 2? За сколько там продается большой рюкзак? А у меня ни 1000, ни 2 нет, поэтому ладно, хрен бы с ним. Женщина, у вас трусы из-под шорт видно. Ух, какой кошмар. Я думал, верблюд до сих пор здесь. Ой. Полурак, полухуй, как говорится. Dragon VR Table. То есть, это еще и VR Table. А хрен бы с ним, VR он и VR. Будет не VR. Кейборд и геймер маус. А, ну здесь уже класть больше некуда. Я как бы человек простой, VR-тейбл, так и VR-тейбл, там надо было, не знаю, как по-другому это писать. Компухтер. Вот что ко мне никто не идет-то. У меня монитор упал, и все, и больше ко мне никто не хочет ходить.
А он такой маленький сраненький. Блять, прикинь, другой стол купил, какой не нужно было покупать. Так, VR у меня будет вообще вот здесь. Нет, VR у меня будет вообще вот тут. Нет, VR у меня будет вообще вот тут. Да, вот здесь будет у меня VR. А все остальное я попрошу вот так вот положить. И пока что не обращать внимания на то, что я лоханулся и купил не тот стол. Куплю сейчас другой. Заказ. Безграничный. Хорошо. Ищем стол. Где тут дески продают? Дески, вот они. Вот что он такой дешевый-то был, за 800 всего. Pro VR Table, Wooden Table, Basic Gamer Table. Давай купим вот этот. Хотя... куплю вот этот, закажу его, и все, и срать я хотел. Я просто не хочу, я просто не подумал даже, что он может быть для VR, он вроде как огромный. Оказался не огромный, а оказалось, он был маленький. Там же не нарисованы параметры его, я бы изучил поподробнее, и все. Да и не говори, я, блядь, сам в шоке вообще. Как можно было так лохануться, купить не тот стол? Да открой, открой, пожалуйста. Спасибо. Сейчас мы из этих палок и говна будем собирать компьютерные... Уходи. Компьютерное место. Чтобы люди приходили и игрались. Огромная коробка, в ней всего мышка. Вот это обидно. Я думал, может быть, что-нибудь лишнего принесли. Побольше, да покрасивее. Да пополезнее. Кстати, где-то еще один стул должен быть. Вот это вот... не потерять бы. А, вот он. Так, значит, где-то еще один должен быть стол. И должен быть еще... что еще должно быть? А, в принципе, все. Мышка, наверное, где-то должна быть еще. Так, стол, ладно. Раз. Стол, стол два. А больше ничего нет, да? Жаль. Жаль, жаль, жаль. Мышек сколько? Мышка раз, мышка два. Коврик раз, коврик два. Угу, все на месте. В принципе. Если посмотреть... А чё это он не предлагает мне как-то по-другому его поставить? Тихо. Надо поближе поставить просто. Во, оплатил 542 дорла. Ты гляди, как много он оплатил. Это вот так надо было ставить, да. Просто я лоханулся немножко. Вот сюда. Чё-то он как-то все равно кривой. Да? Да. Погоди, я чуть не пойму, с какой стороны здесь что должно быть-то вообще? И сложные железные столы, я в таких не разбираюсь. Да и хрен бы с ними, с этими столами. Давай вот сюда вот поставим еще один. Вообще они одинаковые должны быть. Меня прям глаза режет. Ладно. Ладно, пусть пока вот так стоят, а потом... Так это два одинаковых. Глаза, говорит, режут. Два одинаковых стола. Почему я их не могу одинаково поставить? Это неправильная история, по-моему, нет? Ну, подвинь чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. И вот так. Почему-то не получается. Скорее всего... не получается у меня из-за того, что внизу взорвался мужик. И поэтому стол встал криво. Вероятно. А возможно, это все произошло. Ну да, ты гляди-ка. Все ровненько. Так, ну... так, погоди. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. А вот это вот, вот так вот нужно передвинуть чуть-чуть. Чуть-чуть прям передвинуть. Оп, вот так.
И третий стол поставить вот сюда, чтобы он прям как это, как сплошная панель была. Но вот здесь вот с краешку все место останется, надо между ними расстояние оставлять. Ух, как все сложно-то, блядь, как все сложно, как все сложно. Надо было покупать все одинаково, ёб твою мать, что я такой тупорылый-то? Какие-то эти, придумываю все, хожу. Не надо ничего придумывать, нужно просто брать и делать. Покупать все одинаковое, чтобы люди даже не заморачивались, за какой компьютер садиться. А почему здесь... А, пекарня, ты уехала, вот ну что. Она стояла вот здесь. Угу. Это все террорюги, это они все. Подставили меня. Все подлетело в космос, и все, и работа перестала. Так, это вот так должно быть развернуто, правильно? Правильно. Кривовато, кривовато, нужно поровнее положить. Хотя я относительно коврика делаю, а относительно коврика не нужен, потому что коврик тоже лежит криво. Так, мышу. Почему они все криво лежат-то? Оп. Хоп. Блин, все в другую сторону разворачивается. Да не надо мне здесь кричать. По факту они вообще не отличаются ничем визуально. Может быть там на 3 герца больше, может поэтому так много они стоят. Мужик, ты подождешь чуть-чуть, прям 5 секундочек, я сейчас разложу до конца, и будешь ты заниматься своими делами, какими хотел тут. Так, ты будешь на свистоперделки смотреть у этого человека. А этот человек будет смотреть на свистоперделки вот этого человека. Один вот этот человек не будет смотреть на свои свистоперделки. Так, угу, вот сюда. Отлично, 3 компьютера у меня есть. Пойдем одобрять заказ. Нанимать человека, который будет обслуживать все это заведение. В смысле, он ушел, что ли? Он обиделся, ушел. Он не смог даже просидеть пару минут. Да, смотри-ка, обиделся. Ух, сука. Ну и хрен бы с ним. Заказываем. Заказы компьютера. Компьютеры, знаешь, что мы делать будем? Мы с тобой будем делать вот что. Вот так. 7.1, 7.1. Тут, видишь, 5-звездочный. Тут вот, видишь, 4-звездочный. Тут 4-звездочный. То есть зависит от звезд цена. Это на самом деле обидно. Утвердить, утвердить. Сейчас женщину позову. Ух ты, еще какой-то. Да отойди ты. Как вас много здесь. Так, где сотрудники нанимаются? Нанять. Ну и соответственно, давай-ка мы с тобой наймем вот это. Наймем вот это. Да и все. Где она? Или она долго сюда идет? Я так понимаю, что она... А, во, уже ходит, смотри-ка. Какая красота. Ух ты, лялька какая. Гуляет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Давай-ка мы ее заскриним, чтобы было видно, что мы не просто так это играемся здесь, сидим. Блять, ты так меня толкаешь постоянно, я не могу тебя заскринить по-человечески. Ну-ка, давай. Во. Во. Какая красота, ну. Ну прям кукла. Ну ты прям погляди. Вот так вот сделаю, и вот так вот сделаю, и вот так вот сделаю. И на какой минуте? На 34-й. Там что-то на 7-й минуте и на 34-й. Вообще отлично. Денег-то у меня будет хватать на все эти аренды, нет? Надеюсь, что да. Можно купить, кстати, еще один компьютер. Ни хрена себе. Это отсылочка к Valve, что ли? У него вентиль в затылке. Видал, да? Ну и дела. Так, вот этот гражданин пошел, не оплатив. Как будто ни в чем не бывало. Нормально все у тебя? Да, видимо, у него было все хорошо.
надо водички попить. Вообще серия заканчиваться должна уже. А кассира можно нанять? Почему я сижу, блядь, сам деньги забираю? 516. Много. 5353. Запросы. Утвердить. Заказы пустые, потому что женщина все отнесла. 597. Офигеть. В принципе, все уже стало, встало на свои места. Мы с тобой просто заказы принимаем, а все остальное работает само. По факту, да, у меня есть где-то охранник. Где-то он ходит наверняка. Да? Да? А, есть охранник где-то. Где он находится сейчас, я не знаю. Возможно, это... Упади. Вон, девушка пошла уже относить заказ. Охранник где-то здесь. А, вот он, охранник. А вот он, защитник общества. Нифига себе. Ну и дела. Нифига себе. Опасный дядя какой. Давай мы тебя тоже это... Как-то на превьюшку так поставим, чтобы... Чтобы ты опасно так выглядел. Хотя, блядь, его даже не поставишь по-человечески. У меня тут так много всего, что... А больше, даже не да? знаю, как... О, нифига себе. Невидимый гироскутер этот, как он называется правильно. Как эта хренота называется, на которой катаются? Гироскутер же, да? Ну да. Гиро — это вот это равновесие, а... Скутер — это скутер. Скутер — это группа такая. Запах приятный. Общество тоже приятное. Люди хорошие. Да, ну, ну хватит выделять. Короче, я буду принимать заказы и брызгать освежителем. По факту мне больше здесь заняться просто нечем. Сколько времени-то? Опа. Отпиздячился. Молодец. О, дружок, ты, конечно, зря это сделал. Все, исчез. Слушай, мужик, как я без тебя раньше жил, вообще не знаю. Ну, блин, девка красивая, конечно. Сколько денег у меня сейчас? 7700. Ну, блядь, это много на самом деле. Можно бы даже сейчас еще два компьютера купить. Хотя не, на два не хватит. На один точно хватит. Даже на пятизвездочный. Но они денег на самом деле очень много приносят. Несмотря даже на то, что... Если так глянуть, то 500 долларов, в принципе, знаешь, за вот это вот посидеть за компьютером. Много, много. Наверное, сейчас будет предпоследняя серия. В следующей серии мы все до конца докупим. И, так скажем, накупим компьютеров сразу, чтобы у нас было все. Но на этом мы с вами прощаемся. Следующая серия, наверное, тоже выйдет сегодня, хотя, может быть, и завтра. Будет финальный. Потом не знаю, чем будем проходить, но найдем. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте комментарии, пишите лайки. Увидимся в следующей серии, в финальной и в других играх, на стримах. И всем пока.